Вообще веселый дядька, который пытается подняться не с той стороны, где надо. По эскалатору. Посмотрите, как у него это получается. Довольно забавно. Вот такого прикола бывает у меня нахуй, ребят. Ладно, пойдем дальше. Что, ребята, всем привет. Очередная охота на Hot Wheels вместе со мной, автоходом. Зашел сначала в продуктовый магазин. Тут у нас короткие карты висят. По достаточно круглой цене. 9 рублей делить на 2,5. Получится оно в долларах. По кастингам вот посмотрим с вами, что есть. Поэтому не забывайте ставить лайк. Подписываться, если еще не подписаны. И, конечно же, пишите комменты. Ford GT когда-то был с ТХ-шкой. Это обычная версия. Очень неплохая старая добрая Mazda RX-70. Таких уже не найдете. 2020 год кастинги. Старая Volvo, одна из первых. По-моему, это даже самая первая, которая появлялась в этом кузове. 850-я. Если не ошибаюсь. Очень классный черный Porsche висит, который тоже можно брать. Вполне классный кастинг. Это помпончик 21 года, обалденный тоже каст. Определенно мне нравится вот эта вот импала с этим мотором, торчащим из-под капота. Но это тоже не новый, это тоже 2020 год кастинг висит. Классный мотоцикл. Кто из вас мотоциклы собирает? Смотрите, какая красота. СТХ-шек. И ТХ-шек я, конечно, здесь не вижу, что неудивительно, но посмотрите, есть на что. Опять же, да, СТХ-шка когда-то была, но это обычный каст идет. Тоже прикольный эскорт, оранжевый, наверное, лучшей раскраской по нему, что была. Но, может, я ошибаюсь, поправьте. Porsche. Очень неплохие фургоны. Twin Mill Ginya. Обожаю этот Corvette Greenwood. Обалденно выглядит. Посмотрите, какие у него фары. Кто еще не брал такой, признавайтесь. В золотистом свете. Здесь такой редкий FC Dodge Viper. Нечасто они встречаются среди Hot Wheels. Очень классный. Камина. В общем, есть что посмотреть. Эмбоссер. На него тачки можно грузить сверху. Маленький Volkswagen-чик. Но, честно вам говоря, ничего супер редкого не вижу. Есть еще наборы Hot Wheels по 39 рублей. Это нормальная цена. Где-то в мире 48 сверху висит. Дороже еще значительно. Но ничего нового здесь особо по машинкам и нет у них. Хотя на Валберис, по-моему, 23 рубля, что ли, наш, можно найти цены. Менчбоксы по дикой цене тоже 9,59. Тут выгодно брать, когда у них скидки бывают. Но пока скидок нет, нам с вами тоже здесь делать особо нечего. Хотя, если что-то редкое найдете, можно и взять, наверное. Веном серия, комарки. Комарки тоже бешеный ценник, 19 рублей, они обычно подешевле идут. Но даже на Западе они уже стоят дорого. Тройки Hot Wheels. Тоже все, в принципе, что я в прошлый раз висел в этом магазине. Ничего нового. Определенно. Так, длинные сосиски, самолеты. Грузовики. По 47 рублей. Это около 20 долларов получается один грузовичок. Выглядит, конечно, потрясающе. Но, опять же, вот этот классный. Можно иногда на распродажах подешевле подловить их. Отдельный обзор на грузовики у меня уже есть на канале, посмотрите, монстр траки. Тоже бешеная цена, две цены Валберис, по сути, висит. В общем, вот такой вот сегодня здесь выбор Hot Wheels. Немножечко бурага. Это тоже такой кастинг брал, у меня где-то есть. Не помню, делали обзор на русском языке или нет, но у него очень классный вайпер стоит. По ценнику сами видите, что здесь идет. Хотя по ценам 50 еще рублей, это наша еще нормальная цена, если у них 64, конечно, стоит. 50 вполне норм, 20 долларов за такой большой кастинг. Маисты, хотя тоже встречаются подешевле в городе. Но как-то вот, вот это тоже бурага прикольная. Короче, выбор есть, но цены высоковаты. Как там электрокар от технопарка BMW, а? Напишите в комментах. Или от Вэлли, Лада Нива. Любите Ниву, а, ребят? Еще такая вот Лада есть, полиция. Волга, вот это вообще классик. Обалденно. Но маленьких тачек здесь, ох, 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 вот это вот красота. Еще по цене? Ну, по цене, хотя более-менее нормально. А, это не Вэлли, все время обманываюсь. Это King Stoy, еще одна подделка на Вэлли. Забавно. Тут есть гелик, на самом деле, красненький. Как он такой?
маленькие трактора. Так, Land Cruiser новенький. Неплохой кастинг, кстати. Почем он здесь идет? По 5,99 или дороже? Технопарк, технопарк, джипы, полиция, 8,59. Ну нафиг. Такой Land Cruiser у меня есть в оранжевом свете, кстати, поэтому я его брать не буду. А тут полицейской раскраски. Ну что ж, пока по этому магазину все, идем дальше. Как вам такое, а? Налище. То, ребятки, пойдем сейчас с вами на жуткий хайп. Сейчас вам покажу пару крутейших наборов. Вы просто офигеете, да, от этого. Поэтому точно поставите лайк и подпишитесь на этот канал. Ну и покажу вам сейчас все. Тут совсем уже все лестницы посносили окончательно, только эскалатор оставили в этом магазине. Но я же сегодня уже наверху был, кое-что заметил. Интересно, сейчас вам покажу. Ценник, конечно, этот набор просто жутчайший. $20 примерно получается на пересчет. На Wildberries, например, в 2 раза дешевле, но там их нету. И это, пожалуй, будет самый топовый набор 2021 года. Сейчас вам все покажу. Смотрите, все ради вас, ребята. По обычным кастингам здесь особо ничего нет интересного сегодня. Ничего не осталось. Хотя есть прикольный один в желтом свете Aston Martin. В таком, знаете, таксишной раскраске. Монстр траке. Одинаковые джипы висят. В общем, по обычным кастингам. Хотя вот, смотрите, еще есть сюрприз. 9 рублей 20 копеек. Но это делите на 2,5 цена на долларах получится. 3,7 доллара примерно получается. А по остальному здесь вот черепашка еще металлическая, да? Неплохой кастинг Tortoiseshell, но саны дикие. Лиф. Надо будет, Катя, на него как-то обзор для вас все-таки сделать. И очень-очень интересные новые наборчики подвезли. Правда, цена, честно вам сказать, жуткая цена на них. 46 рублей, но это около 20 долларов. Ну, посмотрите, какой форсаж набор висит, а? Разве он не прекрасен? Новый набор Hot Wheels Flames. Бомбочка тоже. Очень интересные кастинги внутри. Такие огненные, топчик вообще, реально топчик. Speed Blur. У меня, кстати, где-то уже есть такой набор, но он тоже топовый. Смотрите, какой здесь Мустанг внутри. Очень интересно выглядит. Hot Wheels Sport. Сегодня как раз такой вот небольшой обзор пятерочек. Новая серия Бэтмен абсолютно. Смотрите, какой клевый Джокер здесь идет. Ну, это фэнтезийки, конечно, в основном с вертолетом. Но вот это вполне себе не фэнтезийка. Еще неплохо выглядит. Hot Wheels Legends. Тоже такой уже относительно старый набор. И вот то, ради чего мы здесь, то, ради чего мы сегодня хайпуем. Гляньте-ка сюда. Я думаю, что надо брать по этой цене. Цена, конечно, жуткая, но Nightburners вот именно вот в этом виде порадовал. Тут обалденный Datsun. Как думаете, стоит на это обзор делать или нет? Вот сегодня такая вот обалденная находка. Как вам? Напишите в комментах. Хоть и цена бешеная, практически 20-ка зеленых, но тем не менее, вот почему, когда ты снимаешь, всегда приколы у тебя на заднем фоне случаются. Обалденный, в общем, тоже Gas Monkey Garage был в золотом свете такой когда-то. Это у нас Escort, Ford, Datsun, Viper и Porsche. Porsche, конечно, вообще расцветка просто дикая. Надо этот набор определенно забирать. В общем, беру, ребят, все ради вас. Будем хайповать, будем делать обзор на него. Ну, короче, сделайте на этом видосике хотя бы 400 лайков, сделаем обзор. И гоночку, конечно же, этого набора. Поэтому ставьте лайк, пишите комменты, как вам такое, понравилось или нет. С вами был Виктор Автоход. И вот такая прекрасная сегодня охота. И вот такая прекрасная, дорогущая, но находка. Только посмотрите на эту красоту. Впечатление, конечно, просто очень положительное. Не ожидал, что сегодня найду именно этот набор. Хотел его найти уже достаточно давно. Сейчас уже стою на кассе, буду оплачивать. Вот он, такая финалочка видоса. Поэтому всем, кто досмотрел до конца, большой привет.